Российский боксер Роман Романчук умер от сердечного приступа. В России он считался самым техничным боксером. В его копилке награды чемпионатов мира и Европы. Но вот Романчук известен не только своими спортивными достижениями. Он пропустил Олимпиаду в Пекине из-за того, что сел тогда в тюрьму. В Владивостоке боксер выстрелил в местного жителя из травматического пистолета. И позже тот умер в больнице. После того, как Романчук освободился, он планировал вернуться на ринг, но так и не смог возобновить карьеру из-за травмы.